Здравствуйте. Тема: как я получил в Польше, в Белостоке, карту часового побыта за 2 месяца. Находясь в Питере, я прозвонил несколько агенций працы. Одна из агенций працы мне сделала освещение на полгода. Очень быстро я получил визу, очень быстро получил оригинал освещения по почте. И поехал на Гданьск. Остановка была в Белостоке, 4 часа, где я и решил остаться. За один день я нашел квартиру, за один день нашел работу. Сделали мне умовы о праце на 3 года. И через 3 месяца я сделал документы, сдал в ЖОНД на карту часового побыта. Через месяц и 20 дней пришла коперта с положительной децизией. Заплатил 50 злотых и через неделю получил СМС на получение карты. Пришел, вот, забрал, расписался. Значит, что меня ждало в Гданьске? Почему что-то мне так не захотелось туда ехать? Было на 28 лютого, на 28 февраля была электронная только запись у меня на подачу документов. Ну и перспектива ожидания там от полгода децизии. То есть это я мог получить там в конце ноября, в лучшем случае. Ну, конечно, печалька была бы, если бы я в 2018 уже получил эту карточку. А так, 2 месяца.